Подработки в Коми стало больше. Аналитики сервиса HeadHunter отмечают, что еще в конце зимы компании размещали более 320 вакансий для подработки в северном регионе. А сейчас, с началом весны, количество предложений увеличилось на 52%. Также выросли и доходы. Еще пару месяцев назад соискатели подработки могли рассчитывать на вакансии с зарплатами от 25 тысяч рублей. Сегодня минимальная цифра на 10 тысяч больше. Потолок – 170 тысяч рублей. Самые востребованные подработки в республике – продавцы-консультанты. Спрос на них вырос вдвое. На втором месте – курьеры. Третье место у операторов колл-центров. В топе востребованных профессий с подработкой также менеджеры по продажам. Лидируют же среди городов по количеству мест Сыктывкар. На втором – Ухта, третье делят Воркута и Усинск.